Объем средств на эскроу-счетах участников долевого строительства в Башкортостане составил более 11 миллиардов рублей. Это следует из статистики Банка России на 1 февраля 2021 года. Раскрыты почти 2000 счетов, благодаря чему застройщики республики получили около 5 миллиардов рублей. Для сравнения, на начало года количество раскрытых счетов составляло чуть больше 1000. Сумма средств, которые были с них перечислены, 3,2 миллиарда рублей. Всего в Башкортостане насчитывается 58 действующих кредитных договоров между застройщиками и банками. При Волжском федеральном округе более высокие показатели зафиксированы только в Татарстане. 85 договоров на 79 миллиардов рублей и в Нижегородской области. 74 договора на более чем 41 миллиард рублей.